Полмиллиарда рублей на расширение производства и новое оборудование. Столько денег потрачено на развитие завода стеновых материалов в Елутеровске. Сумма складывается из частных инвестиций, займов и господдержки. В планах в начале следующего года увеличить объем изготовления газобетона на треть. Для этого расширили цех. Также на предприятии скоро смонтируют пресс, который позволит выпускать крупноформатные силикатные блоки. С ними строительство идет в два раза быстрее, но чтобы их поднять, нужны мини-краны. На заводе стеновых материалов предусмотрели и это. Кроме того, сегодня в условиях санкций лутеровское предприятие, где работают на немецком оборудовании, приходит на поставки из других стран. Например, еще один пресс закупили в Турции. Но для нас ключевое сейчас не найти вот эти вот обходные пути, а максимально получить импортозамещение, над которым мы работаем с привлечением турецких, китайских коллег, значит, в том числе российских производителей. Поэтому часть оборудования, которая была изначально спроектирована немецким проектом, уже заменена на российское производство, в частности автоклавы мы купили уже в Екатеринбурге. Непосредственно ведем их монтаж.